Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам оригами-сказку об искателе мудрости. Возможно, вы тоже захотите рассказать эту историю своим друзьям. Обязательно досмотрите видео до конца, вас ждет небольшой конкурс. Жил-был на свете один паренек, и решил он путешествовать и искать мудрость. Он был молод и считал, что все дороги перед ним открыты. Он долго думал, куда ему отправиться, и полетел в дальние края на большом самолете. Когда он приземлился, он увидел желтые пески и древние пирамиды. Решил он искать мудрости у древних стен, походил вокруг пирамид, посмотрел и увидел солнечные часы. Стрелка часов отбрасывала тень, и пошел он в этом направлении. Пошел он в этом направлении и среди камней на стене увидел таинственный знак. Дотронулся он до знака, и дверь открылась. Вышел к нему мудрец в плаще с капюшоном. Посмотрел по сторонам, кто тревожит его, и заметил паренька. «Что ты ищешь?» – спросил он. «Я ищу мудрость». «Здесь нет мудрости», – ответил старец. Этот ответ очень удивил паренька. «А где же она? Скажи мне, о мудрейший! Если ты добрый человек, то вся мудрость всегда с тобой. Она находится в твоем сердце». Приложил парень руку к груди и услышал, как громко и сильно стучит его сердце. И понял он, что нашел ответ на свой вопрос. Поблагодарил паренек мудреца и положил ему в карман плаща монетку. Если вам понравилась сказка, оставьте и вы свои лайки под этим видео. А вот и задание на конкурс. Напишите в комментариях название оригами сказок, которые есть у меня на канале. Первые три правильно ответившие получат от меня приветы в следующем видео. Подписывайтесь и до встречи на канале Game Julia.